Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас всех на моем канале. И сегодня вечерняя обжираловка. Я, честно, очень голодная. У нас здесь хачапури по-аджарски с сыром и с яйцом посередине, как и полагается. И еще здесь роллы, а точнее мои любимые спайсы с креветкой. Это настолько вкусно, ребят! Это просто лучшее, что придумало человечество. Я так говорю про все. Я очень люблю пожрать продукты и все дела. Сегодня ходили с мамочкой и делали закупку продуктов на месяц. Это безумно удобно. Кто так не делает? Вы совершаете огромную просто ошибку. У нас есть родственники. Вот, например, сегодня они готовят какое-то блюдо. Крабовый салат. И все это спускаются вниз и покупают. Я люблю открывать холодильник. И хотя бы те продукты, которые не портятся, имеют большой срок хранения, покупать и оставлять. Не люблю вот каждые 5 секунд бегать в магазин. Например, консервированная кукуруза. Там срок годности море. Купил, оставил. Салфетки. Туалетная бумага. Мы, правда, не совсем прям много купили, но все равно на первое время хватит. Учитывая тот момент, что мы с мамой вдвоем, еще плюс бабушка. Но она не использует туалетную бумагу, но давайте обойдемся без этих подробностей. Плюс-минус мы делаем так, что хватало. Я могу спуститься вниз. Но зачем-то, чего не хватает. А так я люблю заполненный холодильник. Я всегда в детстве мечтала о заполненном холодильнике. Не знаю, что выйдет раньше. Этот мукбанг или закупка. В общем, походила по магазинам. Столько новинок. Столько всего классного. Я даже задумалась купить это все. Снять для вас отдельный ролик с продуктами, которые я никогда не пробовала. Потому что прошлый такой ролик. Мне Чинарочка, когда приходила в гости, я снимала мукбанг с подписчицей, с представителями разных профессий. Вот, и она мне приносила разные сладости, что я не пробовала. Господи, как вкусно это хачапури. Я вам оставлю рецептик. Обязательно. Такой он воздушный. В общем, о чем я говорила, совсем забыла. Я хочу для вас снять отдельное видео с продуктами, которые я никогда не пробовала, и мы с вами будем оценивать, стоит покупать, не стоит. Вот, подобный формат, я думаю, будет интересен и как-то разбавит мой канал. Поэтому как-нибудь обязательно пойду возьму Lay's, вышел новый. Я не знаю, у вас он был или нет. Но он в упаковке точь-в-точь как Pringles. Я подозреваю, что это один в один Pringles. Как будто прям слезали все. Упаковка, формат, вкусы. Один в один. Обожаю вот эти роллы с сушеной рыбкой. Когда в первый раз мне их привезли, меня просто чуть не стошнило. А сейчас я обожаю их. А еще мне надоело кушать просто роллы. Мне хочется роллы в сочетании с чем-то. На следующий мой день рождения
Я хочу устроить себе такую днюху интересную. Снять какую-то квартиру. Знаете почему? У меня однажды однокрупница так делала. Она делала дома, она делала супер удобно, классно. В ресторане как-то просто сидишь. Ты не можешь взять и лечь на кровать. Или, например, заведение закрывается в определенное время. Ты должен свалить. А я хочу снять квартиру. Очень крутую, там, с панорамным видом и все дела. Заказать дофига роллов, бургеров. Всяких вкусностей. И посидеть, и потанцевать, и поиграть, не знаю. Я думаю, должно быть интересно. Сегодня утром звонит мне неизвестный номер. Я решила взять. Обычно я с незнакомых номеров очень редко беру. И девушка. Говорит, меня зовут Наида. Я не сразу сообразила, кто это. Причем не написала в WhatsApp и в Инстаграме, а именно позвонила. И говорит, привет. Помнишь, мы с тобой ехали в поезде вместе? Девушка из Дагестана. Я такая не сразу сообразила, но потом я вспомнила, что... Помните, когда я 3 года назад ездила к брату? Я даже маму влоги снимала оттуда, и я ездила именно на поезде, а не на самолете. И вот там как раз-таки я познакомилась, мы обменялись номерами. Но просто 3 года этот человек вообще мне не писал. Я тоже... Начала рассказывать про свою жизнь, о том, что она смотрит мои видео. Мне, конечно, безумно приятно. И в тот же момент она мне говорит, что она выбрала в интернет-магазине своему парню на годовщину очень классные нарды. Так вот, ты можешь пойти их купить и мне отправить. А я тебе потом отправлю денежку. Я такая даже, знаете, вдруг так опешила. То есть я не знаю, что сказать. Сказать да или сказать нет. Я человек абсолютно не знаю. То есть видела только в поезде. Где находятся эти нарды, я даже не знаю. И она мне говорит. Сейчас, говорит, я зарплату не получила, а подарок нужно дарить сейчас. Ты можешь взять их, купить и отправить мне, а я тебе через недельку-другую скину деньги. Возможно, здесь не было никаких подводных камней, возможно, она хороший человек и так далее. Но я, если честно, уже склонна не доверять людям, которых я не знаю. Тем более 3 года мы вообще не общались, просто в поезде познакомились, даже дальше это общение никуда не привело. Я спросила у нее, а что у них там нарды нету, я не знаю, честно. Возможно, мои подписчицы, напишите, пожалуйста, в комментариях, нету ли в России нард. Она говорит, что нет, нету. Она очень хочет поздравить своего парня, я, конечно, ее понимаю. Но здесь у нас почта стоит ужасно дорого. Это просто ей отправить мне займет минимум 3000. Нарды-то они тяжелые. Еще плюс купить. Человека я не знаю. Как вы думаете, я правильно сделала, что я отказала?
Я ей сказала, что, к сожалению, у меня нет времени этим заниматься. Просто я в хорошем смысле поражаюсь людям, которые не стесняются что-то просить у незнакомых людей, с которыми они не общались 3 года, да и вообще виделись только в поезде, и просить такие вещи. Мне кажется, это не совсем нормально, если честно. Но опять же, у всех у нас свои нормы. Я сегодня, например, ехала в такси. Таксист молодой парень заехал в заправку. И там этот заправщик сказал, ну давай, давай, да быстрее. Его это так разозлило, он вышел из машины, там начал орать туда-сюда, чуть ли не в кулаке. Я к чему это? То есть люди все разные, все мы разные, имеем разное воспитание, разное восприятие мира. Но меня немного удивил такой звонок. Последний раз меня так удивлял такой момент, когда мой бывший коллега мне позвонил и попросил, чтобы я приехала и помогла настроить его канал. А когда мы вместе работали, он постоянно меня топил, сдавал, вел себя вообще, то есть некорректно. Поэтому мой парень постоянно настаивает на том, чтобы я поменяла свой номер. А я не хочу на самом деле. Я ему объясняю, что я не хочу. Потому что, во-первых, я люблю этот номер. Во-вторых, он мне стал родным. Он привязан ко всему просто. К Ютубу, к Инстаграму, к ТикТоку. Это, конечно, можно все открепить, но если, например, у тебя украдут канал, важно будет просто иметь этот номер. У нас есть такой вариант. Просто этим номером будет пользоваться мама, а мне взять другой. В общем, посмотрим, как там будет. Обалденные хачапури. Офигенное сочетание. Я прям кайфую. Я кушаю и кайфую. В общем, что я сказала насчет нардов? Я сказала, что ты сама видишь, сколько видео я снимаю. У меня, к сожалению, нету времени на это. И на самом деле у меня нету времени, потому что эти нарды находились в Чаришахаре. Чаришахар — это очень далеко от меня. Это ехать, наверное, час на такси, час обратно. Нарды стоят 2700 где-то там получается в рублях. Плюс еще доставка, минимум еще 2000. Отдаст она мне эти деньги, не отдаст. Тем более она сразу не переводит денежку. Она говорит, что потом я тебе отдам, тыры-пыры. Потом, чем в лохах оставаться, лучше сразу как бы знать свое дело. Кстати, насчет поезда. Одну историю вспомнил. Лет, наверное, 7 назад ехала в поезде. У меня папа работает в железных дорогах. Поэтому там у него, знаете, бесплатные билеты бывают. И мы туда-сюда с братом гоняли. В общем, однажды был случай такой. Девушка поставила свой телефон заряжаться в коридоре. Вагоны эти, купе. Там в коридоре есть такое место, чтобы сесть. Не знаю, как объяснить. Около окна. Это место раскладное, оно открывается, закрывается. Девушка положила свой телефон на вот этот вот стульчик. Пришел ребенок, наверное, лет 5 или 7. Не помню, точно брать не буду. И получается, ребенок начал играться с этим. С этим стулом, который раскидывается.
откидывается, точнее. А ей пипец как нужна была зарядка. И она несколько раз сделала замечание ребенку, потом сделала замечание родителям, что следите за поведением вашего ребенка. Потом я постояла там минут 15, решила зайти обратно в купе. И тут она видит, что приходит этот ребенок, начинает играться с вот этой вот сидушкой. И получается, что телефон упал между сидушкой и вот этим вот пространством. В общем, он сломал телефон. Просто вот так вот посередине. Телефона нету, просто телефона, считаете. И она разъяренная приходит к родителям. И говорит, ваш ребенок это сделал, оплачивайте меня, оплачивайте ремонт моего телефона. Родители сначала начали извиняться, потом они видят, что она очень агрессирует. И они начали говорить, что такая, мол, умная. Стояла бы рядом со своим телефоном и охраняла бы его. Нечего тут замечания делать, это ребенок. И как ни в чем не бывало, сидели себе в купе. Со словами, это же ребенок. Я бы лично на их месте не то чтобы полную стоимость телефона бы возместила. Хоть какую-то сумму, это же сделал мой ребенок. Но они нет, ничего возмещать не стали. Наоборот, еще наорали на нее. Пришел проводник. Я не знаю, составил какой-то акт. На мой взгляд, если ты уже который раз делаешь замечание ребенку, лучше самой следить за своими вещами. А то всякое бывает. Папа рассказывал такие ситуации с работы, что просто пассажир сверху взял чемодан чужой. А может и не сверху, сосед. Кто-то взял чужой чемодан и ушел. Попробуй сейчас докажи. Кто, что, как, почем. Поэтому нужно быть аккуратным. В самолете-то намного проще все это дело делается. А в поезде твои вещи лежат с чужими вещами. Кто-то спускается на перрон, кто-то уже уходит. Хачапури был обалденный. Обязательно заглядывайте, смотрите рецепт. Роллы тоже очень вкусные. Я еще и стоматолога была. Поэтому не особо получается вкусать хорошо. В общем, мои хорошие, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю, целую. Пока.